сюда, ибо свободен ты. Сара осталась с теми ублюдками. Нужно поскорее найти ее. Ну что ж, дорогие друзья, с вами Валерий, и мы продолжаем проходить Call of Cthulhu. Приближаемся ближе к финалу. Вот мы пробрались на китобойную станцию. Теперь нам нужно найти Сару Хокинс, чтобы она не натворила бед под влиянием культа, под влиянием оккультных наук, вот этих всяких разных. Вот. Так что давайте приступим. Так. Похоже, этот резервуар достаточно тяжел, чтобы выбить дверь. Понятно. Нам нужно... нужно что-то сделать, чтобы разбить эту дверь. Чтобы заработал этот резервуар. Что ты слез с лестницы-то, Пирс? В прошлой серии дали нам пострелять с пистолета. Было прикольненько. Так, крюк. Веревка и крюк. Можно использовать, чтобы тормозить резервуар. Крюк на веревке. Довольно толстая веревка с металлическим крюком на конце. Наверное, ее использовали для переноса тяжестей. Она выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать танк. Ну, танк нам держать не надо. Нам всего лишь резервуар. Надо вот эту бочку, чтобы он удержал. Сару Хокинс, наверное, увели за эту большую дверь. Придется найти способ туда пробраться. Это мы уже давно поняли, Пирс. Так, лесенка здесь. Отлично. Восполнили фонарик свой. Да ладно, дверь открывается. Я думал, не откроет дверь. О, здесь скрытые предметы. Очередная часть дневника, которую вела жена преподобного. Так, получили достижение детектив-историк. Дневник жены священника, часть пятая. Это последние записи жены священника. Ее муж приказал верным ему людям прийти на последнюю церемонию в честь Левиафана. Она опасается, что преподобный потребует от них принести себя в жертву чудовищу. Она пыталась сбежать. Вероятно, именно поэтому ее тело нашли в пещере под особняком. Так, что-то еще здесь у нас есть. Скрытое. Looks like a page from a log from... Похоже, это страница журнала 1847 года. Первая страница вырвана из журнала. Пятница, 4 июня 1847 года. Так, 53 северной широты, 53 западной долготы. Мы все больше хотим есть. Из океана, похоже, уплыли даже самые мелкие рыбешки. Если я быстро не найду выход из этого кризиса, Фицрой поднимет бунт. Каждый день к нему присоединяется все больше людей. Только Хокинс остается на моей стороне. Он хороший второй помощник. Я должен что-то найти, пока не потерял их всех. У меня выходит время. Милостивый Боже, помоги мне. Среда, 9 июня 1847 года. 57 северной широты, 51 западной долготы. Фицрой заметил к югу огромного кита, самого большого из всех, что мы видели. Мы с трудом поспевали за ним. Думая о деньгах и еде, которую он нам принесет, и начиная славить Господа Всемогущего за данный нам шанс, нужно поймать эту тварь и достойно вернуться домой. Фисрой жаждет власти, но когда мы столкнемся с этим чудовищем лицом к лицу, он увидит, чего я стою. Я напомню своим людям, на что способен. Как раз эта вырезка рассказывает о том, как встретились китобои с Левиафаном. Так, что у нас? Сюда мы пройдем. Уже можно пройти. Музыка такая спокойненькая играет, успокаивает так атмосферку. Фуллер тоже был в экипаже. Интересно. Вторая страница вырвана из журнала.
Среда, 23 июня 1847 года. 33 северной широты, 53 западной долготы. Утро выдалось морозным, а это существо заставило нас изрядно потрудиться. Половина команды мертва. Я никогда не видел такой твари. Я даже не знаю, как описать случившееся. Эта тварь словно разговаривала с нами внутри наших голов. Боже, это твоя работа? Несколько членов моей команды сошли с ума и выпрыгнули за борт. Эта тварь не кит. Она куда-то больше. Она практически окутала нашу шхуну своими щупальцами. Я даже не знаю, как это описать. Мы были уверены, что умрем, пока мой гарпун вдруг не проткнул череп этого чудовища. Команда в плачевном состоянии. Фуллер все еще выискивает раненых, но я боюсь, что многие из них так и не придут в себя. Нужно возвращаться домой. Если ответ Господа на мои молитвы значит, я его в чем-то разгневал. Хорошо еще, что мы хоть что-то поймали. Надеюсь, это станет нашим последним испытанием. Так. Пусто. Здесь. Ключ. Ключ открывает двери кабинета китобойной станции. Ладно. Двигаемся дальше. Кто-то запевает. Сара поет, что ли? Так. Здесь что-нибудь есть? Здесь мы, кстати, не смотрели, не лазили. Но, похоже, здесь ни черта нет. Окей. Я так полагаю, нам надо залезть наверх. Подцепить крюк. Так. Еще выше. Что-то не понял. Я думал, нам надо подцепить крюк. Ну ладно. Если он окажется достаточно острым. Так, нож заржавел, но его, кажется, еще можно использовать. Окей. Сейчас мы куда-нибудь его применим. О, все сломано. Тут упоминается Левиафан и описывается, как он свел с ума моряков. Четвертая страница. Так, четвертая страница, а где третья? Пятница, 25 июня 1847 года, 37 северной широты, 63 западной долготы. Вся команда погрузилась в пучину безумия. Матросы говорят о своих снах, видениях кошмарного города и гигантском божестве, которое ждет, когда они его разбудят. Безумие. Я заперся в своей каюте. Долго я не выдержу. У Фицроя 12 человек, а самых молчаливых принесли в жертву новому богу. Заклинаю тебя, Боже всемогущий. Жалится над нашими душами. Это моя последняя молитва. Яви мне свет, может... Яви мне свет, Боже, молю тебя. Я слышу их шепот, я слышу их голоса. Они идут за мной. Так. Отлично. Вот это не работает. Здесь сломано, да? Окей. Так, здесь покрутить ничего нельзя. Понятно, обошли. С этой стороны. Сейчас здесь нам надо, наверное, прицепить. Да. Это не даст тележке двигаться. Это позволит мне раскачать резервуар. Так. Так, давайте посмотрим,
Что у нас здесь вообще появилось еще? Так. Понятно. Нож, нож. Пирс. У нас нет доступных оп. Понятно. Так. Doesn't work. Не работает. Нужно чем-то перерезать веревку, чтобы выбить резервуар в дверь. Окей. Сейчас. У меня есть нож. Совсем тихо вошли, короче. Так, получено достижение «Зверь в пещере». Окей. И у нас 2 очка. 2 очка. Ну что, давайте... Красноречие. Неизвестно же, что нас ждет. Может, нам придется этими. Да что-то опять слез. Уговорами сражаться тут. Пирс же любит поболтать, в принципе. А не пользоваться оружием, которое у него всегда за пазухой. Так, отлично. Лампу можно убрать пока. Так, Пирс, ты что? В смысле? Что с ним? Не так. Чё-то вообще не понял. Так. Здесь ни черта нет. О, кто там? Что это за тварь? Подойди ближе. А, это Левиафан. Этот голос. Сара? Оу. Чё? Чё, блин? Алло? Говорите громче, вас не слышно. Кто это? Поиск истины требует жертв. Состраданию нет места. Кто там? Твое упрямое желание помогать тем, кто бросил бы тебя, не раздумывая, это слабость. Судьба неизбежно ведет нас к одиночеству, и в последний миг человек всегда один. Ты не сможешь бежать от него вечно. Одиночество всегда найдет дорогу к тебе. Черт подери! Воу! Кто ломится? Дверь моя. Да что ты там долбишься-то? Что? Так. Удаление камня безумия. Верование и суеверие часто влияли на развитие медицины. Несколько столетий назад считалось, что в черепе у пациента с душевными расстройствами появился камень безумия. В таких случаях проводились трепанация черепа и извлечение камня. Иногда пациенты выживали, а иногда даже исцелялись. Сегодня изменилась терминология, но методы во многом остались теми же. Так, медицину прокачали немножко. Так, старый журнал, который вел капитан Сциллы. Так, еще одно достижение. Экскурс в историю. Журнал капитана Гамильтона. Понедельник, 24 мая 1847 года. 42 северной широты, 70 западной долготы. Мы наконец-то отошли от пустынных берегов Дарквотера к северу. Матросы говорят, что в этих водах полно призраков, но я не верю в байки торговок рыбой.
Время для нас не самое удачное, конкуренция сейчас суровая. Кажется, Орфей опережает нас. Мои люди уже давно не видели ни малейших следов кита. Боюсь, они больше не захотят ходить на Сциле. Если в этом сезоне мы ничего не добьемся, Боже, помоги мне найти путь в этих темных водах. Воскресенье, 30 мая 1847 года. 47 северной широты, 55 западной долготы. Мы здесь не единственные охотники. В поисках подходящей добычи мы встретили множество мертвых китов с выпущенными наружу потрохами, плывущих брюхом кверху. Это совершенно точно не Орфей. Ни один человек на такое не способен. Они были разорваны на куски, словно на них напал более крупный и сильный хищник. Это очень странно. Касатки обычно не так жестоки. Может быть, появился какой-то новый вид китообразных? Может быть, это знак, который дает нам Бог? Может быть, это тот самый хороший улов, которого мы так ждали? Нужно найти его во что бы это ни стало. На кону мое звание капитана. У меня есть чувство, что Фицрой постепенно настраивает команду против меня. Будучи старшим помощником, он понимает, что, вернувшись с пустыми руками, я потеряю доверие команды и право зваться капитаном. И он прав. Старый журнал, который вел капитан Сцилла. Кажется, я нашел как раз те страницы, которых не хватает. Понятно. Собрали журнал весь. Так, здесь пусто. Третья страница его. Пока моряки сходили с ума, Фицрой и мятежники захватили судно и, вероятно, убили капитана. Вот как раз третья страница. Четверг, 24 июня 1847 года. 35 северной широты, 59 западной долготы. Фицрой весь день пытался приободрить команду. Кто-то все еще потрясен произошедшим. Люди до сих пор помнят крики своих товарищей, погрузившихся в бездну безумия. Некоторые из тех, кто остался на борту, изуродовали себя, не желая больше смотреть на то, что было у них перед глазами. Другие, например, Фицрой, решили поддаться видениям. Он, Хокинс и Фуллер начали называть чудовище Левиафаном, как того монстра, что описан в Библии. Они считают его божественным существом. Я сказал, они должны как можно скорее избавиться от наваждения, пока не стало слишком поздно. Чем дальше мы плывем, тем больше я убежден, что это не дело рук Господа, это дело рук дьявола. Так, и здесь пусто. Так. Вот 4. А, нет, у нас 0. Понятно. Идем дальше. Так. Everything points back to the day. Все указывает на тот день, когда они привезли эту тварь. Фотография, забытая на китобойной станции. Здесь изображена команда Сциллы, в том числе Чарльз Хокинс, капитан Фицрой и доктор Фуллер. Она сделана в 1847 году. Так, ладно. Идем дальше. Блин, снова у нас приступ. Так, мне не выйти, наверное, да, будет? Сломает он замок? Отлично. Это Левиафан так на меня действует. Так, здесь что? Почему значок показан, а ничего не сделать? Ой, да ладно. В смысле? Я думал, нам к Саре надо идти. Куда поперлись? Зачем это нужно было?
Что-то я нифига не въехал, если честно. Так, Пирс. Хорош блуждать не там, где надо. О! Вон он шевелится. Очуметь. Они едят его плоть. Она все еще жива. Да пипец. Так. Не смотреть, не смотреть на него. Учись подчиняться. Да ну нафиг, мы снова в больнице. Фуллер. Ублюдок, дай-ка я в тебя сейчас чем-нибудь. Наконец-то вы проснулись. Как вы себя чувствуете, мистер Пирс? Фуллер. Сукин ты сын. Я убью тебя. Нет, нет. На самом деле, меня даже нет рядом. Но, строго говоря, я с вами. Но не в этой комнате. Что ты со мной сделал? Я? Ничего, честное слово. Видите ли, это одно из изящных умений этого невероятного существа. Левиафан? Вижу, вы про него уже знаете. Что ж, начнем. В смысле, что начнем? Ублюдок, выпусти меня. Воу, все поменялось. Так, принять лекарство, не принимать лекарство. Не буду я принимать. Я нажал, не надо принимать. Нормально. О. О, и дверь открылась. Они жрут. Съесть мясо. Не есть мясо. Не, ну нормально, я нажимаю одно, он делает другое, блин. Позвольте мне взять несколько анализов. Плоть, кровь, спинномозговая жидкость. Не бойтесь. Из плоти Левиафана я извлек легендарный Ихор. Кто знает, что я могу с вами сделать? Ваше тело необходимо мне для исследования. Пистолет. Сейчас я тебя застрелю, короче. Фуллер? Я убил его. Необходимая жертва, которая доказывает твою решительность. Что? Я всех нафиг убью здесь. Надо будет и Сару застрелю. О! Найди истину и обрети свободу. Ну и что, и где там, блин, стук от дверей. Окей, начнем. А, он взял, сам перешел сюда. Ну ладно. А, да ладно. Куда идти-то, я что-то не могу понять. Так. Есть чем-то отличающиеся двери? Может, вот это? Я нифига не могу понять,
туда идти? Может, в обратную сторону? Нет. Сюда? Нет. Не вдохнуть. О! Нормально. Как мы сюда попали? О, жесть. Давай дернем рычаг, что ли. Nothing's happened. Ничего не происходит. Так, окей. Труба появилась. Окей. Какой мы там покрутили? Который посередине? Давайте этот. О! Задымилось что-то. Игра сохранена. Все? Теперь можно. Nothing's happening. Ничего не происходит? В смысле? А что надо еще сделать? Боже, какую из них-то? Ну, отлично. Теперь-то заработает. Че, валить надо? Бежим, бежим. Ай, ай. Придавило тут не на шутку меня. Надо бежать. Куда только? Сюда? Воу-воу-воу-воу-воу. Ай! Горящее. Горит все. Так, так, так. Пролезешь? Не пролезешь. Давай, бегом, 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 Пирс. Ай, ай. Не пролезть? Сюда? О. Блин, этот жирон легко воспламеняется, короче. Воу-воу-воу-воу. О, это что за хрень? Куда бежать-то? Пирс. Фицрой. Пора поднять белый флаг. Мы не причиним тебе вреда. Я без боя не сдамся. Думаешь, ты здесь по собственной воле? Держись подальше, или я пущу пулю вам в голову. Наш верховный оракул заговорил. Ты примешь свою судьбу. Что? В его пробуждении.
Я вижу тебя. Тебе не уйти от моего внимания. Я следил за твоими странствиями, твоими решениями, твоими попытками освободиться от пут судьбы. Но это неизбежно. И как я предсказывал, ты пришел освободить меня. Разбуди его. Воззови к нему. Голос. Я больше не слышу голос. Да хорош тебе кашлять-то. Жесть, там что-то горит, короче. Моя горит, это... Не остров горит? А, это китобойная станция горит. Мы же ее взорвали. Наверное. Так, куда нам? В пещеру? Ты в ловушке. Продолжай. Боже мой. Сюда. Встань и иди. Ну, Пирс, давай, ну чё ты? Is somebody there? Есть тут кто-нибудь? Hey. Эй, who are you? Кто вы? Да, один из культа, наверное, там. Что? А куда делся чувак? Where am I? Где я? Так, ладно. Я ни черта не соображаю что-то. О, что это? Чудесный улов был ловушкой. Левиафан хотел, чтобы его нашли. За гранью времен у нас достижение. Павшим товарищам. Они отдали свою жизнь ради благого дела. Последний был довольный... Добавлено имя Чарльз Хокинс. Готов поспорить, я убил всех уцелевших после чудесного улова. Не всех. Время скоро придет, Эдвард Пирс. Вы мертвы. Это все нереально. Я видел вас мертвой и вижу сейчас.
Я тоже сошел с ума? Вы выжили. Вы не понимаете? Вы не могли умереть. Вы останетесь в живых, пока не исполнится ваша судьба. Нет. Посмотрите на меня. Посмотрите на меня, Пирс. Попробуйте сказать, что вы все еще не верите. Что с вами случилось? О, Пирс, вы настойчиво игнорируете истину, а ведь она прямо перед вами. Сара Хокинс видела вас, видела, кто вы на самом деле. Эта картина тому доказательство. Это безумие. На кону не только ваша жизнь. Многие принесли себя в жертву. И мужчины, и женщины. Колден, надежду на лучшее будущее отобрать нельзя. Я видел, что Левиафан сделал с Фуллером. Мы все тоже погибнем. Его судьба была начертана еще до того, как пришла я. Он не должен был услышать зов, а вы должны. Такова ваша судьба. Так, хватит тут сказать. Вы ошибаетесь. Я верю в судьбу не больше, чем в вампиров, богов и пророчиц. Отлично. Это ее по-настоящему впечатлит. И снова отказ? Это больше не имеет значения. Будущее теперь всего лишь картина, которую Сара Хокинс нарисовала для вас. Почему бы вам не присоединиться к ней, человек, который ни во что не верит? Тогда вы все поймете. Тупица. Вы увидите, что и есть истины столь могущественные, столь ошеломительные, что даже такой ограниченный разум, как ваш, не сможет им противостоять. А в чем же ваша истина, Колден? Какова ваша роль в этой истории? Я должна отвести вас к Саре Хокинс, нашему оракулу. Так, получено достижение «Загробный голос». Сара, куда вы ее отвели? Мы найдем ее в белой точке. Я найду ее. Не пытайтесь меня остановить. Само собой. Замолчите. Не стойте у меня на пути. Хватит сражаться с мертвыми. Никто не может сопротивляться своей судьбе. И ты тоже. Молчите! Стойте! Уходите! Стойте! Стойте! Не сопротивляйтесь, Эдвард. Они уже мертвы. Вы ничего не сможете поделать. Поддайтесь. Что со мной произошло? Сара, я должен пойти к Саре. Она оракул. Она знает, что сделать. Так. Короче, Пирс уже конкретно сходит с ума. Надо найти эту Сару. Оракула этого. Как они его называют? Ее называют. Короче, положить этому всему конец. Так. Белые точки, а куда мне? Не сюда, это точно. В эту пещеру. Зеленая, прям как по ктулуховски прям все.
наверное, белая точка, но тут что-то она какая-то не белая. Знакомая тебе реальность здесь заканчивается. Это все не имеет смысла. Иди, она ждет. Ох, какие волны-то там. Интересно, увидим ли мы Ктулху вообще? В этой игре. А? Что они со мной сделали? Давай. А, мистер Пирс, я ждал вас. Фуллер, ты же погиб прямо у меня на глазах. Не надо спешить с выводами. Неужели вы не имеете понятия о научном мышлении? Что за дрянь ты ей вколол? Как превратил в пустую оболочку? Дрянь? Сыворотка, выделенная из жира левиафана, дает жизненную силу. Для меня мое тело всего лишь смертное вместилище моего сознания. Оно хранит больше ответов и тайн, чем способен вместить ваш жалкий разум. Заманал этот Фуллер, сколько его можно убивать-то? Где Сара? Сколько еще подниматься-то? Вы едва можете стоять, все еще... И все же вы здесь. Вы никогда не сдаетесь. Это не вы. Больше не вы. После исчезновения в доках это уже не вы. Детектив. Как легко вас одурачить. Сразу бросаетесь даме на помощь. Я не стану жалеть о том, что пытался спасти людей. Я сделал все, что мог. Даже для Колден. Вы достойны своей судьбы, потому что сопротивляетесь ей. Пусть это и бесполезно. День настал. Вам придется выбрать. Конечно же, нет. Я все здесь сломаю. Я положу всему конец. Только надо добраться. Чарльз. Ты все у меня забрал. Жену, жизнь, судьбу. Ты отказался от своего права на нормальную жизнь, когда выбрал власть над человечеством. Никто не хочет любоваться этим отвратительным зрелищем. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. О том, что я прошел. Опять руки вас распускает. Я принес жертву тому, который спит свою жизнь, свой брак, семью, собственную плоть. Почему Сара не выбрала меня? Почему на ее картине твоя проклятая рожа? Но ты же это уже знаешь, правда? Я вижу, что ты сделаешь выбор. Я не знаю. Не знаю. Ты решил закрыть глаза? Отрицать все, как испуганный ребенок? Ты лишился рассудка. Подумай только, будущее человечества лежит на твоих плечах. Это все нереально. Доверься своему чутью. Если ничто нереально, то же такое ты сам. Я проекция твоего сознания. То, что осталось от инстинкта, который вытаскивал тебя из окопов. Ты отказался от ее полуправды. Заманали. Путать. Где-то белая точка-то уже. О, там какой-то ништяк происходит.
космическое пространство. Ктулху уже из космоса. Не, ну прикольно. Чё? Это здесь. Я почти на месте. Да, наконец-то. Сейчас все решится. Сейчас мы будем убивать Ктулху. Там Сара что-то чертит. Наконец-то ты здесь, искатель истины. Она ждала тебя. Вы ждали меня? Познав, наконец, истину, я поняла, что вы придете. Все это время я сопротивлялась, боялась того, что могу узнать. На самом деле, я боялась сама себя. Начинается. Что вы узнали? Послушайте меня, Эдвард Пирс, потому что открою вам истину. Вы потерялись. Оглянитесь. Вы разваливаетесь. Все разваливается. Вы разваливаетесь. Вы должны положить конец этому безумию. Я не могу сделать этот выбор. Решение за вами. Один человек, всего один человек, подготовленный испытанием и откровениями, способен изменить мир. Я видела вас в тех снах, которые видит и мой Бог. Я узнаю вас, узнаю, кто вы. Искатель истины. Один из немногих людей, способных постичь фрагменты его разума. Да, да. Я чувствую, что вы говорите правду. Потому что так было начертано, или так мне больше нравится. Нарисовано на холсте из судьбы. Пирс, помогите мне! Че, они сейчас убьют его? Тихо! Так, провести встречный ритуал, все кончено. Я проведу ритуал. Все кончено. Выберем так. Я не позволю вам это сделать. Мысли. Никто не может вас заставить. Он сейчас прыгнет.
Прости, Саймон. Ты чего так вот резко, да? Все исчезло. Ну что ж, друзья, вот и финал выбрали мы, получается, я так думаю, это хорошая концовка, типа, вот. Не знаю, там остальные концовки, я не знаю, если получится, я запишу, вот. Но игрушка мне понравилась, да, понравилась, мало таких атмосферных, именно вот атмосферных игр таких. Ну, не скажу, что она там прям страшная или что-то еще, но в ней есть своя атмосфера. Есть сюжет неплохой, прям, я так скажу, детективный такой, с мистикой. Вот. Как бы игрушка, короче, стоит внимания, стоит. Я не разочарован, что я так ее ждал и не разочаровался, в принципе. Вот. Надеюсь, вам игрушка тоже понравилась. И также понравилось мое прохождение. Вот. Ну и на этом я заканчиваю. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте отзывы свои. А я со всеми прощаюсь. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.